В Ленинском районе задержали двух криминальных товарищей. Двое парней, угрожая продавцу отверткой, ночью обчистили продуктовый магазин. Впрочем, убежать далеко им не удалось. Злоумышленников задержали. Известно, 21-летний парень забрался в магазин через окошко, открыл двери и впустил своего 24-летнего товарища. Кассир торгового павильона попыталась остановить злоумышленников. Тогда парни стали угрожать женщине отверткой. Из магазина они вынесли продукты и забрали деньги из кассы. Обогатились на 12 тысяч рублей. Но потратить и съесть награбленное не успели. Товарищи задержали и доставили в райотдел. Задержали за что? За преступление. А что совершили? Преступление. Какое? Правозаконное. Оказалось, эти подозреваемые уже были неоднократно судимы и теперь снова могут отправиться на нары. В настоящее время сотрудники полиции отрабатывают задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Ленинского района и города Челябинска. Стражи порядка подозревают, на счету друзей может быть не одно преступление и ждут звонков от тех, кто мог пострадать от этих парней.